Вот, ну что ж, такая демонстрация оружия в походе, Тамплиерский замок, число 16 календаря, вот, сок Jungle Warrior, боевой нож для вьетнамских пехотинцев, взят просто для испытания, как бы, вот такой вот ножик тактический. Специально брал черное, чтобы не было особенно заметно, чтобы не блестело. Вот. Боуи Мачете, он же Black Wolf Боуи. В принципе, сороковка, но такая тоже полутактическая, что, но поскольку Мачете, то со своими плюсами и минусами. Вот, лесной нож работы Дмитрия Стриенко, вот самый такой вот, это 50-ка, как бы, односторонняя заточка, но в рубке, как бы, он намного сильнее, чем два предыдущих. Это я взял его изначально как дополнительное оружие, но поскольку это Тамплиерский замок, то лучше, чтобы было такое тоже, 50-ка, тем более из такой сталюги, как бы, он более эффективен, как мы сейчас вот проверили. Теперь тренировочный поединок показал, что это все еще хорошо, когда оно легкое. Если это все усилить, как бы, но там свободный подвес. Слева на всякий случай Survival Age, маленький колдстиловский, но это так, на случай, если там что-то это самое. Ну и еще есть Викториноксик, как бы где-то тут в карманчике. Вот он у меня там, где в пенале от Сога, там у меня еще лежит Викторинокс, потому что красное вино открывать и все такое. Вот, так что вот такая вот у нас экипировочка. Вот такая вот полувоенная. Если бы не эти ботинки, то я бы, конечно, себе, может быть, сегодня бы что-нибудь и свернул. Но так, натовские ботинки, это вам не хухры-мухры. Ну вот и все, собственно, пока что такой вот влог такой о нашем осеннем походе. У нас тут здорово, мы тут не скучаем. Осенью в таких местах хорошо, тепло здесь. Действительно тепло. Огни. Вот тебе и шабаш, как бы. Вот это вот кукри настоящий, для кали специально есть место. Это, который без крови вообще, в принципе, не полагается, как бы, но... Но учитывая... Ну, да, но учитывая то, что он, в общем-то, был мне подарен за вот гитарные уроки, а я не оценил и решил... что шрейд будет лучше. Ну, не знаю, кто-то из нас когда-нибудь был прав. Ну, вот это наш стол, собственно. Вот, подкрепляемся. Бушкрафт небольшой. В общем, это не скучаем. И атмосфера у нас... Вот чего, слава богу, нету коронавируса здесь, точно нету. Вот в этих местах его нету и быть не может. Все, всем пока, всем большой привет. Дон Иванову, Крису, Сибоб Ковбою, Дони, всем большой привет. Они говорят, я говорю, как вы понимаете то, что я говорю вообще? Они говорят, а мы ничего не понимаем, нас ножи интересуют. Ну вот, пускай ребята ножи посмотрят. Вот. Ну что ж, всем привет, всем пока. У нас все в порядке.